продли себе лето. Это доброе утро. 7:11 в Москве, другими словами, 10:07 в Москве. Пришло время подводить итоги яркой осени. Яркая осень. На кону отдых в роскошном отеле Палаццо Версаче Дубай. Соответственно, находится он в Дубае. И прямо сейчас мы начнем уже подводить итоги. Мы узнаем, кто же отдохнет в этом шикарном отеле. Я только напомню, что последние две недели, каждый день, мы задавали вопрос, вы присылали нам свои ответы на сайт radio7.ru. Вечером наш коллега Артем Королев называл имя очередного финалиста, и теперь имена... Ева валяет дурака в студии. Имена этих финалистов окажутся в нашем любимом аквариуме. Вот ими, собственно, и размахивает. Ева, все это снимается, как водится, на видео. Мы выложим видеоотчет о подведении итогов в социальные сети. Так что потом можно будет это все посмотреть. А пока, Ев, давай назовем имена тех финалистов, которые сейчас и поборются за отдых в этом роскошном отеле. С удовольствием. Лейсан Насреддинова, Наталья Старцева, Ольга Викторова, Юлия Бауськова, Ксения Саитова, Александр Морозов, Ольга Коломыцева, Виктория Домбровская и Евгения Быченко. Вот имена финалистов. И сейчас размешивать их, повернувшись к аквариуму спиной. Ева, подожди, нужна соответствующая музыка. Итак, давай размешиваем. Уже можно. Еще размешиваем, размешиваем, размешиваем. Есть еще время. Все, достаточно. Можешь не оборачиваться или будешь оборачиваться? Как будешь? Обернусь. Обернешься. И еще раз обернусь обратно. Чтобы не думали, что у меня там какая-то бумажка. Но тебя не слышно, не говори в ту сторону. Так, все, давай, Ев, давай. И кому же достается отдых в роскошном отеле Палаццо Версаче Дубай? Евгения Быченко! Евгения Быченко, вы слышали это? Теперь несколько незабываемых дней в такой обстановке, которая запомнится навсегда вашей. В течение года, в любое удобное для себя время, вы можете туда отправиться. Мы поздравляем вас! Так. И отправиться, конечно же, не вдвоем, а с любимым человеком. Напоминаем, что вы получите незабываемый отдых в шикарном отеле Палаццо Версаче Дубай. Уверена, что у вас будут такие впечатления, что всем на зависть. Да, и на этом можно было бы поставить точку, но не ставятся точки на радио 7 на Семи Холмах. Ставится только многоточие. В понедельник яркая осень продолжится, мы не будем давать спойлеров. Мы не будем сейчас называть, какой приз будет на кону. Но поверьте, оно того стоит. Слушайте радио 7 на Семи Холмах. Сделайте свою осень яркой.